все соперники сильные. В Лиге чемпионов не может быть слабых команд. Тем более у нас сейчас будет такой тяжелый сезон. Олимпийские игры, потом чемпионат мира. Поэтому, ну, это Брест прежде всего, Бухарест и Ференцварош. Всегда на протяжении всей игры идет борьба. И всегда борется до конца. И с ними не бывает легко. Все соперники достойные.